Ребята, всем привет, с вами Соня Тартакова и мой дорогой муж Степан, который находится за кадром. Степа, здравствуй. Всем большой привет. Степа теперь тоже у нас будет суперзвездой из мира тенниса. Вы знаете, удивительную штуку, я сейчас изучала заявку нашей сборной на матч Кубка Федерации. Я напомню, мы совсем скоро будем играть со сборной Италии. Так вот, там оказалось и Наташа Вихлянцева, и Анастасия Потапова, и Анастасия Павлюченкова, и Даша Касаткина. Мне с вами бы очень хотелось поговорить по поводу Наташи Вихлянцевой. Степ, ты вообще следишь за игроками, которые находятся за пределами топ-100? Ну, я точно знаю, что Наташа Вихлянцева хорошо подает. Это правда. Наташка очень здорово играет в зале, и действительно у нее был, как вы помните, сверхуспешный сезон, когда она отлично выступила в Питере, выступила отлично и в Москве, она обыгрывала игроков, которые просто на ходу находятся. А затем произошла травма. Наташа совсем молодая теннисистка, и, пожалуйста, обратите тоже на нее внимание. Наташа, как никто, круто играет за сборную. Есть игроки такого плана, которые действительно собираются и в Фэдкапе, или там в Дэвискапе, если это мальчики показывают, просто ну сумасшедшую абсолютно игру. Степ, ты хорошо за сборную играл? Я за сборную хотел очень сильно, очень хорошо играть. Ну, за мою сборную Степа, поверьте, хорошо играет. Ставлю его просто 6-0, 6-0 меня обыгрывает периодически. Но если говорить про сборную Италии и сборную команды России, мне кажется, девочки наши являются большими главными фаворитами этого матча. И, кроме того, с ужасом я смотрела вот эти, знаете, сетки Фэдкапа. Мы даже не в первой группе, мы даже не в плей-офф первой группы. Мы боремся за то, чтобы ворваться во вторую. То есть, если по-футбольному говорить, ФНЛ. Ну, бывает такое, это очень сложный турнир, поэтому пожелайте девочкам удачи. И, на мой взгляд, ну, я бы сказала, что там главная звезда в нашей команде Наташа Вихлянцева, но это та теннисистка, которая максимально стабильно играет в этом сезоне, в этом розыгрыше за свою сборную. Она была номинирована как лучший игрок предыдущего розыгрыша, поэтому Наташка, мне кажется, раскусила, что такое Кубок Федерации, и с ее силами точно мы должны выходить в следующий раунд этого турнира. Давайте поболеем за нее.